окошко дали джазу. Здравствуйте, дорогие любители музыки! Я приветствую всех, кто хочет научиться играть на фортепиано, кто хочет научиться аккомпанировать, немножко импровизировать, играть в ансамбле и так далее. Это наше 9-е занятие из моего цикла видеоуроков «Фортепиано без нот». И на сегодняшнем уроке мы рассмотрим тему «Как играть балладу», ну или «Как играть медленную композицию». Еще более проще – медлячок. В качестве рабочего примера я выбрал песню Юрия Антонова «Не умирай, любовь». Вот такая песня. Кто ее знает и помнит, тем будет легче. Для начала давайте разберем гармонию песни. И существует несколько версий. Ну вот я возьму последнюю с концерта Юрия Антонова. Первый аккорд ля минор. Можно ля минор септ. Та-да-та-та-та. Потом ре минор септ. Та-та-та-та. Ми мажорный септ аккорд. И снова ля минор септ. Та-да-та-та-та, ре минор септ, соль мажор септ. Вторая строчка, ре минор семь. Ре минор семь, соль семь, ми минор семь, та, ля минор семь. Ре минор семь, дальше мизус четыре, ми чистый септаккорд, ля минор, та-та-да. И повтор, ре минор семь. Соль мажор 7, ми минор 7, ля минор 7, опять ре минор 7, ми 7 зус 4, и чистый, та-та-та-та-да. Ну вот, этого достаточно пока. Сам Юрий Антонов играет аккомпанемент ритмически вот так. Те, кто смотрел прошлый урок, им будет гораздо понятнее, что Юрий Антонов играет четвертными длительностями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И в принципе можно так всю песню и сыграть четвертями. Ну, как по мне, так довольно скучновато. Тем более, ну, в мире масса песен, тоже баллады, и не обязательно все играть одинаково. Какие же еще мы можем использовать приемы, чтобы разнообразить свою игру? Здесь я бы хотел продолжить тему предыдущего урока и применить другие длительности, другую ритмику. Вот первый прием. Играем четвертушками, четвертными длительностями. А вот другой прием. Я называю его качели. Когда большой палец и остальная часть кисти как будто на качели туда-сюда перекатываются. Мы берем аккорд и играем его таким способом. И если в первом случае ритм был таким, раз, два, три, 4, то во втором случае он стал раз и два и три и четыре и... Благодаря тому, что в аккорде у нас в верхней части три ноты, а в нижней части одна, первая часть будет громче, а вторая будет звучать как эхо, тише. Это физиология. Таким образом, аккомпанемент у нас будет как будто нежная колыбельная. Та-да, та-да. Та-да. Кстати, в одной из ранних версий этой песни вторым аккордом выступает си полууменьшенный. И потом доминанта. Мне кажется, так красивее.
Для освоения этого приема стоит поиграть вначале первым приемом, четвертями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Таким образом, вы найдете удобную для себя позицию руки и сможете потом сделать из нее качельку. Вот таким образом. Кому-то может показаться этот прием монотонным, и я соглашусь. Всю песню сыграть одним приемом, ну, довольно скучно. Я скажу больше, любая песня, сыгранная каким-то одним приемом, станет довольно скучной. Поэтому я предложу вам третий прием, который внесет больше разнообразия в ваш аккомпанемент. Это та же самая качеля, но у нас вступает в игру большой палец левой руки. То есть та-та-та-та-ту-та-та-та. Буквально вчера у меня на уроке была девочка, в которой почему-то сложно давался аккомпанемент. Она играла четвертями, но до того неровно, потом провалился звук, потом опять выстрелил, она не могла согласовать силу нажатия. Этот прием, который я вам показываю, помогает лучше контролировать клавиатуру, так как вы почти постоянно находитесь на ней. Что здесь важно? Важно не нажимать сразу октаву в басу, а нажать одним пальцем бас, мизинцем. Этот оставить свободным. Раз. Для тех, кто внимательно смотрел прошлый урок, стало совершенно понятно, что мы раздробили ритм еще на более мелкие длительности. Если сначала были четверти, раз, два, три, четыре, потом появились восьмушки, раз, и два, и три, и четыре, и то это длительности к последнем третьем примере уже шестнадцатые. Там-та-ту-там-том, там-та-ту-там-та-ту-там. И здесь опять-таки кто-то может сказать, что такой аккомпанемент может превратиться в такую же шарманку, как и все предыдущие. И я с этим также абсолютно согласен. Какой же выход из данной ситуации? А выход очень простой. Мы просто комбинируем все эти три приема. Игра четвертями, игра восьмыми, игра с подключением большого пальца, чтобы раздробить восьмушки еще пополам, на шестнадцатые. И получается при этом нечто вот такое. Друзья, и напоследок хочу предложить вам прием игры с добавлением синкопы. Мы играли вот так. Раз, и два, и три, и четыре. Вот этот удар всегда у нас приходился на раз, два, три, четыре. Синкопа предполагает, что этот удар будет чуть-чуть раньше. Раз, и два, и три, и четыре. Раз. Давайте я включу метроном, чтобы было понятнее. Вот я играю с метрономом. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Сейчас сделаю синкопу. Раз, два, три. Видите, аккорд как бы раньше доли. Как технически в данном приеме игры выполнить синкопу? Мы играли через большие пальцы. Раз, и два, и три. Четыре и. Теперь играем так. Раз и два и та-та-ту-та. То есть, используя различные комбинации игры через большие пальцы, мы сами себе подгадываем вот ту самую шестнадцатую долю, в
в которой будет синкопа. Да. Я предлагаю вам потренироваться и поискать те удобные комбинации лично для вас, при которых синкопа не будет вызывать у вас затруднения, но при этом существенно разнообразите ритмику своего аккомпанемента. Давайте теперь в завершение сыграем куплет этой песни целиком. Раз, два, три, четыре. Как-то так. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, этот урок не был для вас столь утомителен, как предыдущие. Он получился короче. Вот и хорошо. На этом давайте закончим. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать мне их в телеграм-канале. Он создан специально для того, чтобы вы могли это сделать в любой удобной для вас форме. Видео, сообщение, голосовое, прислать файл, ну и так далее. На все ваши вопросы я с удовольствием отвечу. Итак, друзья, на этом все. Жду вас на следующем уроке. До свидания.